Приехали в Новый Иерусалимский монастырь в городе Истра. Это одно из чудес света. Взгляд сразу охватывает огромный Воскресенский собор и расположенную перед ним небольшую подземную церковь Константина и Елены, углубленную в землю на 6 метров. Представьте себе, так было задумано при строительстве. Вот полюбуйтесь на богатое изразцовое украшение бокового фасада. Убранство Воскресенского собора производит огромное впечатление. Во-первых, из-за масштаба сооружения, а во-вторых, из-за необычности архитектурного решения. Вы, конечно же, слышали, что монастырь был задуман Никоном, как повторение храма гроба Господня в Иерусалиме. Но поверьте, тот самый храм существенно меньше, и его внешний вид далеко не так роскошен. Никон хотел, чтобы его творение превзошло Иерусалимский храм. И надо сказать, ему это вполне удалось. Внутри часовни находится повторение первообраза гроба Господня, а также камень, который был отвален ангелом Господним в ночь воскресения Спасителя. В целом, можно подумать, что вы не в храме, а в бальном зале.